Друзья, всем привет! Меня зовут Настя. Я помогаю вам изучать русский язык. Включайте субтитры к этому видео, если они вам нужны. А также не забывайте подписываться на нас и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новые видео. Сегодня я вам расскажу о трех фразеологизмах, в которых используются названия частей тела. И мы с вами разберемся, что же означают эти фразеологизмы. Первый фразеологизм. Мастер на все руки. Это тот человек, который все умеет хорошо делать. Например, мой папа мастер на все руки. Это значит, что он все дела делает хорошо. Второй фразеологизм, не покладая рук. Это значит старательно, тщательно, не переставая что-то делать. Например, в наше время нужно работать, не покладая рук. Это значит, что нужно тщательно, хорошо работать. И третий фразеологизм, на скорую руку. Это значит быстро, торопливо, возможно, даже невнимательно. Например, не стоит делать домашнюю работу на скорую руку. То есть не стоит делать домашнюю работу торопливо, быстро. Ребята, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Всем спасибо, пока-пока!